Посмотреть и послушать запрещенную в советское время оперу, восстановленную в Бурятии, пришли представители музыкальной интеллигенции столицы. Великой дружбой завершается Всероссийский фестиваль «Видеть музыку» в этом году. Видно, какие огромные усилия театр приложил к этой работе. Конечно, маэстро Рылову можно поставить памятник за реконструкцию этой партитуры, потому что я знаю его метод работы, я понимаю, как он сидел над каждым тактом. Голоса бурятских солистов, музыка Мурадели и ее звучание покорили зрителей и самых искушенных слушателей. В образе Муртаза предстал Чингис Роднаев. Партию Галины исполнила Маргарита Мартынова. За дирижерский пульт стал маэстро Владимир Рылов. Это сделано музыкально качественно, потому что, мне кажется, замечательно играет оркестр и певцы Бурятского театра, которых я впервые услышал так довольно много год назад. Мне кажется, что они как раз вот сохраняют свое лучшее качество, точность, аккуратность, музыкальность, вот эту культуру, которая у них есть. «Великая дружба» — это история о любви между джигитом Муртазом и терской казачкой Галиной. Идейным вдохновителем, музыкальным руководителем и дирижером выступил художественный руководитель театра оперы и балета маэстро Владимир Рылов. Уникальный случай, что мы имеем возможность послушать такую оперу, которая стала знаковой в 20 веке. И я поздравляю Бурятский театр с таким интересным решением. И вот то, что привезли в Москву этот спектакль, это очень здорово. Опера «Великая дружба» завершила фестиваль «Видеть музыку», в рамках которого проходят гастроли театра оперы и балета в Москве. Мария Латышева, новости дня.